Всем привет! Меня зовут Леся, и вы на канале Леся Китчен. Вашему вниманию хочу предложить сегодня вкуснейшее хе из судака. Для этого хе, естественно, нам потребуется судак. Он у меня уже выпотрошенный, он был предварительно заморожен. Вот, поймали мы его сами, и сейчас разделывать его буду тоже сама. Первым делом я убрала пловнички, которые были на спинке, и сейчас мне нужно с судака снять кожу. Кожа снимается легко, вот достаточно ее подцепить и вот так вот тянуть, и все. Считайте, кожу мы сняли. После того, как мы удалим всю кожу, нам нужно будет срезать филейные части и косточки все выбросить, то есть косточки нам не нужны. Филе судака я порезала на небольшие кусочки, переместила их в чашку, в которой буду делать маринад. И приступаем к дальнейшим действиям. Ну что, друзья, продолжаем готовить наше хе из судака. Значит, здесь у меня уже есть смесь специй. Это простая паприка, красный острый перец, кориандр, черный перец, сахар и соль. Также я уже полукольцами порезала лучок и пару зубчиков чесночка тоже измельчила. Теперь в нашего судачка нам нужно залить 70% уксуса. Поливаем нашу рыбку 2 чайными ложечками уксуса. И хорошенечко перемешиваем. Оставляем в стороночке и ждем, пока рыбка побелеет, то есть немножечко в уксусе сварится. Рыбка постояла буквально 5 минут и уже вся, вот видите, сварилась. Теперь на рыбку хорошенечко распределяем лучок. Причем вот полукольца разделяем и также чесночка добавляем сверху. Также нам нужно подогреть растительное масло. Можно это сделать на плите, можно в СВЧ. Я сделаю в СВЧ. Прям разогрею, прям раскалю. Пока масло разогревается, я нашего судачка полью немножечко соусом соевым. Буквально пару чайных ложечек. Также засыплю все специи. Судачка со специями тщательно перемешаю, чтобы все равномерно пропиталось специями. И теперь судачка залью маслом, чтобы все специи отдали свои ароматы. И все тщательным образом перемешаем. И дадим настояться. Желательно судачку постоять пару часиков. Но если такой возможности нет, хотя бы часик. Потому что судачок как раз промаринуется, впитает в себя все ароматы и будет очень вкусный. Друзья, и в самом конце мы сюда добавим еще один ингредиент. Вот, а вы тем временем не забывайте подписываться на мой канал Леся Китчен, ведь впереди много вкусных видео. Прошло пару часиков, как наша рыбка провела в холодильнике. Она уже хорошенечко замариновалась. Очень ароматная и вкусная. Можно хе даже кушать вот в таком вот виде, в каком он есть. То есть это уже очень вкусно. Но можно сюда добавить корейскую морковку. Морковку я готовила сама. Ссылочку я оставлю под видео на рецепт изготовления такой морковки. Она хранится всю зиму, что очень удобно, достал, и у тебя всегда готов салатик моментально. Вот, перемешиваем. Вот такое вот замечательное хе из судака у нас получилось. Очень вкусное, очень насыщенный вкус имеет. Такая закусочка будет приятным дополнением праздничного стола, ну, или даже просто в повседневной жизни. Обязательно приготовьте. А с вами была я, ваша Леся и канал Леся Китчен. До новых вкусных встреч. Пока-пока.